Всем привет, дамы и господа, с вами Джинс. Так, что мы имеем? Во-первых, первое, что я вижу, у меня пропала аватарка почему-то. Она была раньше, но теперь ее нет, слева сверху. Соло, мы против Леопольда играем, кстати, и против Падавана еще. Ого, ого. Серьезно, серьезно. Так, давайте я скажу пацанам идти за мной. Почему они быстро двигаются, а я нет, я не понимаю. Почему я еле-еле передвигаюсь, что за говно? Двое, на... опа, опа, идет, идет сюда, чекайте. Упал с лошади. Так, ну стреляем, ребята, стреляем. Давай, давай. Сколько выдержит твой щит, чувак? Что-то сломался, ебать. Ага, ага, интересно, интересно. Что-то ты упал с лошадки, дружище. Что произошло вообще, как бы? Так, ну давай, я, пожалуй, возьму твою лошадочку, раз ты не против. Здесь можно разгуляться. Ох ты, сука! Стрим-снайпер, ясно? Ясно, стрим-снайпер. Чувачок, ну твой щит он долго не выдержит. Но мы же знаем, мы же понимаем, чувак. А не, он идет. Так, а нет, все. То, что они пришли, нас не интересует. Играем, не забывайте про лайки, ребята, это очень важно. Если вы по какой-то причине зажимаете лайк, этого не надо делать. Follow me. Просто кручу-верчу, как бы, понимаете. Вот почему никто не идет на точку? Что за... Ну, конечно, нубы в тиме. Леопольд убил одного человека. Так, дайте мне крови, я хочу играть. Смотрите, какие у меня прекрасные бойцы. Ору с того, что они все одинаковые. Например, вот я выбираю F6. Мне кажется, для забива она идеально подходит. Пиздец, упал просто со скалы. Пацаны мои не хотят со скалы прыгать. Они бегут. По-умному, по-разумному. Так, о, здесь мясо. Поехали просто. F1, F3. Стандартная тактика, которая работает всегда. Дай мне бойца. Режь. Так, на лучников, парни, на лучников. Вот сюда. Да, сука, дай дойти до лучников, умоляю. За мной. Да, сука. Я не могу, пожалуйста. Дай хоть одного бойца. Всех перерезали моих. Пришли лучники и просто трахнули нас. О, Леопольд уже 23. И у меня и у Леопольда 23. Но это принципиальный батл, ребята. Опа. А спину-то чё открываешь? А в любом случае я не могу в него попасть. Да ну как? Да что? В какой галактике это возможно? Ура, просто. Все, наконец-то. Хотя... Не-не-не, челик, ты что-то не так понял, мне кажется. Ты не уловил посыл, как бы. Да в смысле? Я же, ну как? Короче, все, невозможно стрелять. Ну это все FPS, ребята, это все FPS. Это все FPS, как бы. Так, Леопольд что-то сдох с 23 человеками, как бы. Никого я не убил. Не, ребят, ну это легкая победа, я вам хочу сказать. Уровень у моей аватарки появилась. Видимо, разработчики Баннерлорда смотрят стрим, такие... Что у Джинса нет аватарки, нехорошо. Мы тебе поддались просто, Леопольд. Ну зачем это все? Ну зачем это все? К чему это все? О, еще одна новая карта. Как попасть с копья? Вот как? Я ни разу не попаду. Я вам серьезно говорю, это невозможно. Какое-то опережение, ну вот. Найс, я бы убил его с копья. Почему так неожиданно началась игра? Вот чела, дам ему мейс и посмотрим, что из этого... Класс, выбило из игры по приколу. Видимо, забрали у меня бетку. Прикольно было играть в Баннерлорд. Спасибо разработчики, что дали такую возможность. Мне понравилось. Забавненько было играть. Все, это Леопольд и Падаван порчу на меня навели, мне кажется. Перезайду в игру, и опять будут проблемы с FPS, скорее всего. Да, классические 200, как говорится. Люблю, целую, обнимаю, собственно. Чувствую себя стримером World of Warcraft, на самом-то деле, который вот...
не могут зайти на сервер. Очередь 6к. Кек. Нихуя, сколько у тебя там фиников? Очень много. Ты не представляешь, насколько много, чел. Да, но один финик, а не тонну, как ты. Чувак, я ем не тонну. Максимум это, ну, 20 за день. У тебя просто с потенцией траблы, ешь финики, и они... А финики помогают с потенцией траблы решать? Ничего себе. Бля, финики во всем охуенные просто. Кайф. Просто хавай финики, у тебя будет стояк до 150 лет. Баннерлорд уже вышел. Ну, как видишь, вот играем, чекаем геймплей. Колум. Бля, не рекомендую злоупотреблять финиками людям с лишним весом и ожирением, поскольку финики являются высококалорийным продуктом с высоким генетическим индексом. Я знаю, Микитас. Спасибо, что предупредил. Я не злоупотребляю финик. Я ем их в норму. Все, ребята, вы меня расстраиваете своими сообщениями. Перестаньте их писать, пожалуйста, я прошу вас. Джин скоро опять станет жирнцем. Видите, человек написал, что я скоро опять стану жирнцем. То есть значит, что сейчас я максимально сексуален. И это значит, что финики мне не мешают. Ты 90 килограмм, бля, Толик. Ты вообще рэпер Кавера, блядь. Соси яйца. ЕТС. Чисто ЕТС, пока ждем, пока в игру зайдет. Не, ну можно, я вообще спать не хочу, блядь. Финики не дают мне спать. Я вообще, как начал покупать финики, не сплю уже третий месяц, сука. Давайте зайдем, может, в Дискорд секретный, что они там пишут. I stream online very big. Please repair my viewers. So sad. Yeah. Ну это просто кал, это просто кал. Блин, вы теперь загнобили меня, у меня лежат финики, я хочу их взять, но не ем, потому что вы будете смеяться, да, ну вот так вот. А я, между прочим, голодный, ничего не ел после стрима, потому что старался быстрее запустить для вас. Пускаю и слышу комментарии разные, неприятные. Сейчас, секундочку, я встану, свет выключу. Ой, то есть, ну, отойду, там что-то в окне, не... Блин, я думаю, может из-за фразы fuck off мне накидывают желтый знак на стримы? Потому что у меня бывает иногда на стримах желтые знаки. Давайте проверим. Fuck off. Fuck off. Fuck. Fucking fuck. Fuck. Чувак тоже пишет 200 FPS all the time. Yes. What the fuck? Please fix this. I don't understand. I want VSync FPS now. I don't need 200 FPS. Please, why you don't understand me? This fix so easy, I think. Но я не хочу кончать, я не хочу кончать. Да там никто, Микитас, мне кажется, не читает. То есть, ну, девелопер, блядь, сидит в Counter-Strike играет. Я без шуток сейчас говорю, кстати. Can't log in anyone. No. Блин, а Леопольд написал nope. Он, видимо, круче меня знает английский. Ой, я знаю, сейчас изменю no на nope. Ха, вот так вот. Чувак пишет, I hate this game просто. Другой чувак пишет, пойду в Мартхау играть просто. Предлагаю пока в Дипыч поиграть немножечко. Под звуки Баннерлорда просто. Так, мы фармимся, пока никто не видит. Качаем резко релоуд. Не, Лингарда, не бей. Все нормально. Встретимся в аду, Лингарда. Стой, да не стреляй. В конце побазарим, ёпта. Опа! Чувак с турецким ником каким-то. Задержал Баннерлорд, да? Получи. Блин, Лингарда на первом месте, он уничтожит меня в конце, мне кажется. Он не пощадит меня. О нет, Лингарда уже серьезен, мы остались один на один. Кориан показывает замечательную игру. Он идет на столкновение. Ой-ой, быстро он качается. Но что насчет твин-танка? Тихо, он бежит, он толкается, он пытается... Пухчамп! Чистая победа Лингарда, чистая, просто чистейшая.